Основные условия программы. Конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства не превышает 6,5% годовых. Срок льготного кредита не более 10 лет на инвестиционные цели и не более 3 лет на оборотные цели. Льготные кредиты предоставляются на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере бытовых услуг и общественного питания, кроме ресторанов. Получить льготный кредит предприниматели могут до 30 ноября 2018 года в 5 уполномоченных банках. В реализации программы активно участвует Корпорация развития Архангельской области. У ее специалистов субъекты малого и среднего бизнеса могут получить консультацию по мерам финансовой поддержки и подать заявку на кредит в уполномоченный банк. Контактный телефон Корпорации развития Архангельской области сейчас на экранах.